Диана Скосченкова поступила в филиал Московского университета в 2013 году. С первых дней своего обучения она активно взялась за общественную работу. Диана из числа той молодежи, для которой патриотизм – не пустой звук. Найдя единомышленников, она организовала проект «Я анапчанин». Сначала он существовал как творческая мастерская, где фотографы-любители рассказывали о красивых местах города-курорта. Затем эта работа переросла в серьезную программу. Ведется плотная социальная работа по привлечению жителей города к культурной жизни муниципалитета. Изначально наш проект подразумевался как фотопроект, но в дальнейшем мы пересмотрели свои взгляды и поняли, что это очень узкая область, которую можно расширить. И теперь у нас не только фотопроект, но и общественная деятельность. И благодаря этому и основная цель – привлечь не только фотографов, да, которые у нас в городе курорте Анапа, но и тех жителей, которые не умеют фотографировать, но они тоже хотят быть в нашем проекте. И тем самым мы ходим на пляж, убираем. Но основная цель – это привлечение не только молодежи, но и людей, которые не учатся в университетах, которые, например, сидят дома, это мамы, бабушки, да, наши, они тоже хотят проявить себя, показать о себе, и тем самым мы с ними работаем, и основная цель – привлечь всех жителей города. Мы планируем с нашим проектом «Я анапчанин» выйти на региональный уровень в первую очередь, потому что то, что в городе, это делается в городе, это видит только городская власть, а дальше оно никак не продвигается. И мы сейчас в этом году уже планируем продвинуться на региональный уровень, заявить о себе, показать, что вот, да, есть такой проект, и что мы делаем это на благо города, чтобы в дальнейшем знали о том, что есть такой проект и хотели в нем участвовать. И оно для наших детей, для нашего поколения показывало то, чего они уже не увидят, что будет на тот момент. Главным идейным вдохновителем Дианы стала заместитель директора по учебной работе Наталья Гонзякова. Именно она подсказала идею проекта и помогла на начальных стадиях его реализации. Сейчас оказывает административную поддержку. Мы начали с Дианы сотрудничать при определении темы курсовой работы. То есть все достаточно было банально. И постепенно курсовая работа переросла уже в долгосрочное сотрудничество, вылилась в большую проектную деятельность. И эта студентка, она необычная. Она очень ответственная, первое. И второе, она любит узнавать новое. Это всегда очень привлекает. То есть настает момент, когда хочется передать свои мысли, свою инициативу, свое творчество на то, что не хватает времени в повседневной жизни, тому, кто сможет это воплотить. Диана оказалась очень благодатной, я бы так сказала, благодатной студенткой, которая хватает буквально мысли на лету и притворяет их непосредственно в жизнь. И уже все последующие годы остается только лишь намекнуть, подкорректировать, и инициатива находит свое место, она продвигает себя сама. Сейчас студентка со всей командой активно участвует во всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Она убеждена, только совместными усилиями можно решить эту проблему. Ведь если человек увлечен и стремится к успеху, то у него не будет времени на наркотики и алкоголь. Параллельно с этим Диана готовится к церемонии награждения на встрече с губернатором Краснодарского края, которая должна состояться уже в начале декабря.